Что, барберисты такие, макушки нет. Да? Нет. Кто стриг последний раз? Сзади нет волос. Я не знаю, даже забыл. Забил или не забыл? Забыл. Подтягайте. У меня запись 16 с копейкой, 16-20 ближайшие. 16-30, 16-20 ближайшие ко мне. Что, на бок делаем? Так же, как? Да, да. Всё. Да все, расставься, Господи. Не криво стриженный. Верхняя часть. Ждать мне? Что? Ждать. У меня ближайшая 16:30. У меня после него еще люди. Все хорошо. Их мальских ногу сходите, что. Качество вам не нужно, а мне только за качеством. Не понял я вас. Я говорю, ко мне только за качеством люди идут. Зачем вам качество? Нет, твою мать, блядь, еще объяснять ему. Ему похуям, блядь. Видно же. Человек, который заинтересован, он заинтересован. Вот такую хривизну, блядь, исправить. А человек, которому похуям, ну ему похуям, я что ему могу сделать, правильно же? Встать перед ним резинку сплясать, сказать, давай я отменю клиенту запись и тебя возьму. Да нахрен ты мне нужен, блядь. У меня уже после нового записи занято мне 16:30. Одно время, сейчас, блядь, запишу кого-нибудь. Это тебе потом все придется отращивать. Я тебе сейчас выравниваю вот по эту макушку, то, что они тебе резанули. Ну что, у тебя видишь, какая неровность? Видно, да? Так стригли тебя. Ой, кромсали. Господи, стричь-то они же не умеют. Ну, смотри, разница какая в волосах, видишь, да? Зрение нормальное? Или подправить? Да вообще, блядь, впервые вижу мастера, блядь, который разговаривает, да? Чуть-чуть пиздит, говорит. Как вас зовут? Да меня не зовут, вы сами ко мне приходите, Господи. Не, просто. Ольга. А, блин. К ним весь балхаш ходит. Хочет. Мне нужно качество. Что это там? Раз лысый, раз волосатый, ничего страшного. Не, качество не всем нужно. Людям, я так скажу. Девяносто 99% людей не нуждаются в качестве нашего, мухосранских наших. Им вот как вот так вот подстригут криво. Ты пойдет ему там, вот тут смотри, вообще волос нет. Видишь, сколько срезать только. То есть, ну, вообще кривой. Блять, а сзади вообще я просто те кончики. Тут даже не хватает, оказывается, на кончики. Заднюю часть будешь отращивать, потому что это лажа, блядь. Это лажа. Там не хватает просто. Это еще у тебя подросло. Представляю, когда ты вышел оттуда, у тебя, походу, там вообще... Торчала, да? Ой, стояла, Господи. Да? Нормально. О, Боже, ну если это нормально. А что тебя Канагат ко мне записал? Что-что? Канагат, почему записал? Что? Нет, ты что, не местный? Не местный. Ну, а где ты? Фикса же в разных своих маркетах. Да. Не ходил бы. Почему? Просто спросил, где я лучше стригаю. Подстригаю, да? Не сказали. Иди, говорит, она тебе сейчас говорит, сделай. Видишь, у тебя как короткая макушка какая? А ты говоришь, ты хорошо стрижен. Я тебе эту часть даже не трогала. Вот она, я по ней начала равнять. Да, вот так ты был стрижен.
знаю, она-то сейчас ляжет, но она не будет так торчать. Просто я тебе имею в виду, до какой степени ты будешь коротко вот эта задняя часть идти. Неправильно. Тут должно быть меньше, здесь должно быть короче. Тогда вот эта часть, если ты хочешь в бок заворачивать волосы, она будет придерживать и будет смело заворачиваться. Понял, да? Ой, ну зачем ты ему раскрываешь все секреты стрижки? Он же завтра станет перед тем барбером и перед тем у тебя. А, Надя? Ну, как не нет. Женщина какая-то как с юмором, черный. Так она как не ушли текст, как ты это. Он один раз попробовал, его ты ее подстрелил. Пошел второй раз в другую. Потом говорит, нет, надо вернуться. Ну тут тоже криво стриженный. Вот эта сторона не хватает волос, правда говорит. Сейчас подправим так, чтобы красиво было. А вообще на будущее тебе надо это классический стиль, тут просто тебе идет. Сейчас я тебе челку, все исправлю, будет что-то. Звездой, конечно, не обещаю сделать, но красивый, да. Сколько тебе лет? 17. А, ты уж большой. Сейчас, если не зану, сейчас стригу тебе челку, понял? Ну, вот видишь, ты такого не видел в своей жизни, да? Да вообще меня так не стригали. Все не разговаривали, они обычно, блядь, машинку-то боятся в руках держать, говорят. Не то, что там еще что-то говорить, да? С посторонним-то человеком. Сейчас не сошибелек сделать. Уговорил. Что, бока лысые замутим? Как? На лысо. Нет. А что? Боишься? Я боюсь. А тебе красиво будет. Дойдем к дому Левки, когда покажи, посмотришь. Потом наклеим волосы, после мусор твой хвалом, все переживаешь. Ты же сегодня уже 13 или 14 зайди. Не стыдишь? Ты как не стыдишь? А вообще на лысо не делал пока никогда? Никогда. Всегда там единичка, да? Да, да. Ну, все понятно. А сам где-то здесь недалеко живешь, помнишь? Да, на 9 дом. А, сейчас не верю. Совсем все рядом. Волосы шикарные. Да,
Да, все говорят обычно, для этих тяжело стричь, да? Ну-ка, она как тут разговаривает, а ты даже, блин, не разговариваешь, что за такое-то? Ой, какой там плохой сразу, русский плохой, все плохой. Только про деньги начни говорить, там лям лежит, сразу пойдет, скажет, где? И четко на русском сразу, да? Ну, это звук, блин. Симпатично ты, ага, сейчас мы тебе челку еще исправим. Вообще у меня красивый. Он тебе единственное оскорбляет, не вздумай опоздать. Опоздаешь, все, мне пиздец, да? Я сказал. Он тебе так сказал, да? Ему пиздец, не тебе. Я его сразу блокну. Ко мне потом вернуться, штраф надо будет денежный заплатить. От 3 до 15 тысяч. Там какое у меня настроение, смотри. Реально люди платят такие. Иногда тоже платил, Лёшка. Не влетал у меня. Опоздал, что ли? Не влетал на трёшку. Смотри, какой переход. А? Мне так вообще не показывали даже, да? Меня так и не стригали. Да? Правильно, вас подстригают просто. Бабки ваши стригут сразу. Вы чёрт знает что уже. Иди за 30 минут раньше, лучше за час иди. Он тебе скажет, а ты не ждешь, в 9-м доме жил? А он говорит, ладно, иди за 90 минут пораньше. Я зашугала пацана, господи. Женщина. Да у меня так ровно никогда не было, не то что там, да? У нас нет мастерки, я тебе так скажу. Что вот эта Барби, это шишела такая, мать. Они ждут от вас только это. Что куат, что муат. Они же здесь были, этот куат. В этом же помещении. Ходил к ним, пробовал? Да, Барби же не ходил. Не ходил вообще. А, не ходишь? Правильно. Как мужик может мужика стричь? Еще сказать сладенький. Как тебе, да? Я с тобой согласна. Ты полный. Да, меня это тоже всегда как-то настораживает. Как-то неправильно.
в моих понятиях. Сначала стоит трески. А что еще можно спеть? Я уже готов идти. Да? Угу. Ты же сегодня должен сниматься ТикТок, Ютуб, там кто у вас еще есть? Инстаграм. Это у меня ничего нету там. Ну, у меня же просто пенсионный возраст. Не позволяет. Тогда я никогда не вела. У меня же камни нет. И нас камни. Вы не видите мою рекламу. Сейчас видишь? 150 человек придет. Все на тебя сказка сбыла. Светка. Здесь у вас. У тебя волосы, блин, идеальны. Какие волосы редко мне понравятся. Форма головы чуть-чуть кривоватая, вот здесь ямочки. Она прям впадает в эту там часть. Но волосы... Ой, супер шикарно. Вот смотри, это простая нулевка. Это нулевка. Что, у тебя фейс испортился от нее? Как? Лицо испортилось от нее? Нормально? Нормально. Ну? Тебе вообще будет шикарно. Давай мы сейчас тебе сделаем. Да. Ты сам себе не знаешь. Что, на первый раз сделала такой нулевкой, прям совсем почти. Потом в следующий раз, если вдруг придешь, уже можно будет прям гладкий, как попа младенца. И тебе будет это шикарно. Ты, наверное, жены его брат, да? Как? Жены братишка. Короче, она мою сестру зовут. Я тебе говорю, жены братишка. Да. Вот, я так и поняла. Я сразу так и поняла. Угу. Ты, он тебе зять. Давай. Мне хуй зять, ну ладно. Ну как есть, чё?
если я так скажу. Он меня знает. Как мне есть что я? Что с ним взять? Взять с ним и нихуя взять, правильно? Молодость такой, с ним взять нечего, но ну ты шикарный прям, пацан. Волосы у тебя это суперские. Я тебе так скажу. Так, я тебе не угрожаю, но я тебе говорю, ты должен ко мне ходить, блядь. Мы должны стричь на тебе щедрее, блядь. Ты охуительный мальчик. Ага, красивый. Сейчас я тебе еще подожди. Что, ты же не знаешь, что я тебе сейчас делаю. Пусть я сейчас спермой будем носить, когда ногами ставить, да. Говорит, вот придет, говорит, вы его помажете. Да я тебе не шучу. Она будет двух видов. Одна холодная, другая погорячее. Ой, сумасшедшая женщина вообще. Откуда он ее взял? 10 лет с 2014 года стригла. Прикинь. Два раза только изменил, гад. То не получилось. Обычно, говорят, лучше изменить жене, чем похормахаю. Ты даже не заметила, у меня на двери написано «Барбершок». А то, когда шок, не шок, а именно шок. Одна женщина зашла, говорит, вы неграмотная, что ли? Я говорю, да вообще нет образования. Говорит, три высших, говорю, так просто, говорит, посещала. Да, ты просто не знаешь, сейчас я с вами, сейчас. Еще полминуты, и мы с тобой. Ой, шикарный какой, да? Сам себе выпнул. А такое гордое лицо сразу так шею поднял. А то зашел там какой-то вообще непонятный. Это лезвия барберовские. Сейчас мы тебе пол башки как резанем. Сы. Пусть плохо качается, холодная что-то. Ладно, тебя так не стригли, давай. Так тебя же не подстригали? Нет. Вот. Ты вообще в шоке, что у нас есть такие мастера, да? Вот. Видишь, рекламу не даю, ничего не даю, не люблю. Деньги тратим на это дерьмо.
Идеально. Сегодня смешной мальчик идет. Телефон у тебя с собой или как? С собой, с собой. Включи этот фотоаппарат. Я тебе сфоткаю. Блять, у всех айфон. Прям куда вы там всем? Да, конечно, у меня фотограф великий, но... Творит лезвием вот обычно окантовку. Они машинка, как наши бездарные личности, делают. Это обычно шедевр. Это ж рисует, рисовать надо же. Да я сейчас всем глаза и скажу, но я сперва мазала, а потом, а, блядь, лезвием дело. Прикалываюсь я, господи. Юмор, вольт, ничего личного. А то придут, блядь, мумии, клиент, представь, блядь, целый день молчать. В день больше 20 клиентов. И каждый молчит, блядь. Ну, твою мать. Тут же сдохнуть можно быть. Под молчание. Как же так можно поработать-то? Ты прям шикарный пацан. А ты подожди, как мы перешелкой займемся. Дай попробуем. Видишь, да? Совсем. Обычно у меня это одна сюда, одна сюда. По башке вырезали. Вот это надо будет отращивать. Это я тебе сразу говорю. Это просто пиздос. Ну как можно, блядь, по башке ребенку вырезать? Вообще любому человеку, блядь. Там у него и так волос нет, ёпт. Они еще, блядь, машинкой его так делают, да, постоянно? Нет, не постоянно. Ну, делаем. Ну, делаем. Угу, ложись. Вот прям вот так ложись, не бойся. Нет, ты бойся, но не бойся. Нахера, блядь? Там это в нижней части придется отрастить, потому что это неправильно. Это у тебя вообще это... Это жесть, короче. Это прям жесть, то, что они творят эти волны. Вот, теперь смотри в зеркало. Мы тебе только вот удалим. И все, оно будет у тебя раз в 3 месяца только удаляется, и потом уже 10 процедур вообще не будет. А остальное все надо будет отрастить, потому что это лажа полная. То, что эти уроды делают, это вихры, они растут на лбу, это уже не волосы. Как же они на казахском-то это... Куралай. Ой, блядь, Куралай, блядь, сказала. Как они, блядь? Урал, как они, блядь? Ай, как они называются? Какое слово? Повторяйте. Эти... Урай. Урай, да. Вот, Урай. Казахская сулем просто что-то это забыла. И 4 лет вас дочь в Биндермичи за еще на немецком. Пекин хорошо разговариваю. Еще и без Пекин, I don't. Позорный. 4 высших образования, в смысле. Просто подстригаю.
ну, больше понравилось, чем блядь, все остальное. Родители чуть не убили, правда, когда я им сказала, что буду парикмахером. Имея столько образования, часть Южной Кореи еще. Все, терпи. С одной главной стороны там пара волосиков, да? Там нафиг, да? А сейчас мы уже маски будем делать для лица, может, потепление началось. Я когда тут специальным аппаратом делаю лицо, ну, взрослый. Я лицо чистое, а уже со следующего раза маски у нас будут. Я люблю всякую хрену делать людям. С носа особенно волосы удалять. Его это вообще рай. Особенно под мышками это вообще. Это моя любимая такая хрень. О, садись, солнце мое. Да ну, говорит. Вот это вот, понимаешь, как должно быть. Они вот это твои осколочные. Что это, блядь? Они там настригли тебе, идиоты. Похармахали, сраные. Ты так сильно в бок не делаешь, ты в основном прямо и только челочку заворачиваешь, да, я так понимаю? Я вот так просто так делаю. Да, да, и все. Вообще. Чисто так и будешь делать, да? Ага. Наши барбершоки, наши покормахарские отдыхали. Ну, прям идеально. Да я-то просто люблю новое мясо и все. Так когда старики ходят, кончают, как все. Чересчур идеальный, да? Что, так не попадалось тебе стричься? В Караганде стригся? В Алмате? Нигде никогда не стригся? В другом городе? А что, так никуда не выезжал? Я уже жил там. Ну, там не стригся, да? Да. Ну теперь получается, я вообще нигде не стригся сегодня первый раз в жизни, да, нормально? Ну вот, видишь. Как тебя идеально не стригли, да? Или стригся так когда-то? В Алхасе? Да. Вот так ты? Ну и вот так. Ну я тебе имею в виду именно вот так. Ну нормально. Ну слово нормально мне не это. Оно должно быть идеально. Лезвие ничего никогда никто ничего не делал, да? Все, остальное все надо подчелкать, то, что они тебя обрезали, эти звери. Вот это все мелкое, надо будет отрастить. Тогда у тебя здесь не будет вот этого пробела. Она будет, этот как раз под челку ложится и закрыта. Тут получается как залысина, видишь? Выбрили. Шинка идет.
смотри, так. Да хоть так смотришь. Да, вообще себя не узнаешь, да? Сейчас с Канарата будешь 5000 должен, потому что он тебя записал.